И там Абу Лахаб, его родной дядя, он говорит, Таббан ляка, говорит, да пропадет пропадом, говорит, у Мухаммад, для этого, что ли, говорит, ты нас сюда собрал. И вон там был как раз ниспослан аят, Таббат яда Аби Лахабин ва Табба, вот что, да отсохнут руки Абу Лахаба. И вот после этого момента он жил еще много лет, жил Абу Лахаб. Абу Лахаб был человеком, который, у которого жизненная цель, вот его такой вот интерес жизненный заключался именно в том, чтобы вот ходить за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит что-то, на что-то вот так вот, он говорил это наоборот. Вот антидаватом занимался, вот самый такой интерес жизненный у него был. И вот ученые говорят, этот аят, где Всевышний Аллах сказал, что он не примет ислам, что он будет гореть вечно в аду, также и его супруга. После этого прошло много лет, он говорит, за это время, у которого такой интерес жизненный, все, что говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, аннулировать, сказать все обратно, наоборот. Он же мог бы говорить, сказать, просто вот ислам сердцем не принимая, вот я принял ислам. Вот же Всевышний Аллах был неправ. Нет же, говорит, почему он так не сказал? Потому что это, говорит, речь Аллаха. Это одно из чудес, коранических чудес, где вот Всевышний Аллах нам явно показывает, что это не речь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, своя. Это божественная речь, которую никто не сможет, она вечная речь, ее никто не сможет отменить или аннулировать.